الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه لحمل وحي واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله سبحانه وتعالى عن سادات ديننا وإمتنا أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ونور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Восхваляем Всевышнего Субханаху ва Тааля, который сказал в Коране: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Аллах говорит: чьи слова, говорит, лучше, чем слова призывающего к Аллаху? Чьи слова могут быть лучше, чем слова того, кто призывает ко Всевышнему Субханаху ва Тааля? То есть это самые лучшие слова на этом свете. И этот аят относится ко всем, кто как-либо призывает ко Всевышнему Субханаху ва Тааля. И далее благословение и приветствие пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, который в своем хадисе говорит: «Ман даа иля худан, кана мин аль-аджри мифлю уджури ман табиа». Кто, говорит, призывал к истинному пути, пути Всевышнего Субханаху ва Тааля, тому, говорит, будет вознаграждение всех, кто последовал. И нисколько, говорит, это не убавит вознаграждение тех людей. То есть такое огромное вознаграждение человек получает. То, что словами невозможно описать. Невозможно выразить словами, какое огромное вознаграждение человек получает. Мы знаем, после того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, призыв стал расширяться. И различные племена начали принимать ислам. И племена, которые принимали ислам, отправляли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, с просьбой отправить к ним людей, которые будут обучать их религии. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, во все стороны отправил своих сподвижников, радийаллаху анху, чтобы они призывали к исламу, чтобы они обучали людей религии, чтобы они призывали, объясняли, показывали, что из себя это наша религия представляет. И вот это, уважаемые братья, что мы понимали, является признаком, доводом, что призыв к исламу – это ответственность каждого из нас. Это не только ответственность одного, к примеру, имама, мечети и так далее. Это ответственность, которая лежит на каждом мусульманине. И за эту ответственность каждый мусульманин будет перед Всевышним Субханаху ва Тааля нести ответ. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен и обращаясь к нему, говорит: «Иннака сатати акауман ахля аль-китаб, фаида джитхум фад'ухум иля ан яшхаду ан ла иляха илля Аллаху анна Мухаммадан расулуллах».
Ты, говорит, поистине придешь, говорит, к людям Писания. То когда, говорит, к ним придешь, ты, говорит, призови их, говорит, чтобы они произнесли шахаду, что нет Бога, кроме Всевышнего Субханаху ва Тааля, Аллаха, и также, что Мухаммад является его пророком и посланником. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Просто обратите внимание, если, говорит, они подчинятся, если они сделают этого, вот тогда, говорит, أَخْبِرْهُمْ, расскажи, говорит, им, что Всевышний Субханаху ва Тааля обязал 5 раз молиться в день. 5 раз молиться. То есть, обратите внимание, какой идет призыв. Не спеша, спокойно, не нагружая, не нагружая. Если, говорит, они подчинятся тебе, вот тогда, говорит, расскажи, что Всевышний Субханаху ва Тааля обязал намаз. Если далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, если они и в этом подчинятся, вот тогда, говорит, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Вот тогда, говорит, расскажи, что Всевышний Субханаху ва Тааля обязал садака, которая берется со состоятельных людей и выплачивается нуждающимся. Выплачивается нуждающимся. И если, говорит, они им этом подчинятся, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему, وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, то бойся, говорит, не бери, говорит, и лучшего из их имущества. То есть, когда мы берем закат, нельзя брать лучшее. Нельзя этого делать. Вот это считается притеснением, зульмом. И далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, бойся, говорит, дуа притеснен. Поистине, говорит, между ним, وَبَيْنَ اللَّهِ الْحِجَابِ, لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ الْحِجَابِ, нет, говорит, между ним и Всевышним Субханаху ва Тааля никакой преграды. Вы просто, уважаемые братья, обратите внимание на этот призыв, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, учит. Как мы должны призывать, какое у нас должно быть отношение. Не спеша, спокойно и справедливое отношение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, учит, что Аллах принимает дуа притесненного человека. И в другом хадисе говорится, «Валяу кафира», даже если этот притесненный человек неверующий человек, даже если он не мусульманин, Аллах принимает. Поэтому, уважаемые братья, нельзя притеснять. Наоборот, необходимо другое отношение. Сегодня мы также находимся среди людей Писания. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда ты придешь, это ты обнаружишь этих людей Писания. Мы сегодня здесь находимся, уважаемые братья. Эта же ответственность лежит на нас. И каждый из нас будет перед Всевышним Субханаху ва Тааля отвечать сотни дней. И здесь сегодня возникает вопрос, а как наставлять? Что делать? Каким образом это сейчас сегодня необходимо сделать? И первое, самое важное, что необходимо сделать, это начать самого себя. Наставлять самого себя. Вести себя правильно. Вести правильный образ жизни. Как нас учил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И вы увидите, уважаемые братья, если мы будем вести себя как настоящие мусульмане, как учил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как себя вел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если у нас будет, если мы будем показывать такую же культуру и красоту нашей религии, Аллахи, нам больше ничего не придется делать. Они сами начнут приходить к нам, сами начнут нас спрашивать, сами начнут узнавать о нашей религии. На самом деле так и есть. Больше ничего не нужно делать. И вот этот призыв, это самый лучший призыв. Так необходимо себя вести в семье, в группу своих друзей, коллеги и так далее, знакомые. И все будут о нас говорить. И вот тогда, конечно же, эти же люди начнут интересоваться. Просто простое общение, какой-то простой вопрос появится. Почему это так в исламе, почему так? И если мы сможем ответить на эти вопросы, эти простые вопросы, это не такие глобальные, серьезные вопросы, то все, то знайте, у этого человека уже как минимум отношение к исламу другое. Не такое, как было у него еще год назад, месяц назад, неделю назад. Это то, что сегодня те, кто это делал, на практике это сами увидели. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также наставляя Абу Мусу и
Муада, которых он отправлял в Йемен, он говорит следующее: «Яссиру ва ля туассиру». Облегчайте, говорит, и не затрудняйте. Облегчайте. Эта религия, она самая легкая религия. Наша религия, религия ислам, уважаемые братья, самая легкая религия. Сегодня у людей другое представление. Мы должны заложить в них вот это представление. Мы должны им объяснить, донести до них это. Это самая легкая религия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Яссиру, облегчайте, ва ля туассиру, и не затрудняйте». Каким образом? Сегодня, когда говоришь, общаешься, они говорят: «О, трудно, 5 раз в день молиться трудно», и так далее, и так далее. Наша религия легкая, говорит. Почему они так говорят? Потому что не знают свою религию. Потому что не соблюдают свою религию. Им кажется, она, что она легкая. А на самом деле все наоборот. На самом деле все наоборот. И если мы сможем донести, объяснить, что нам дает вот этот намаз, и какое облегчение, душевный покой, умиротворение человек начнет ощущать, если он будет должным образом, как учил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читать этот намаз, что он будет получать, если мы сможем донести, валлахи, этот человек это поймет. И он увидит и на себе ощутит, что это самая легкая и самая лучшая религия. И далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Вабаширу ва ля тунаффиру». Радуйте, говорит, и не отпугивайте. То есть не вызывайте отвращения у людей. Все зависит, как мы преподносим. Как мы преподносим им информацию. Все от этого зависит. Чтобы для нас было примером. У одного, один правитель увидел сон. И он позвал всех людей, которые умели толковать сны. Спрашиваю, что это означает? И ему сказали: «О, мой правитель, все твои родственники умрут». Он приказал убить его. Он приказал убить его. Он говорит: «Все твои родственники умрут». После этого позвал второго. И тот что говорит? Он говорит: «О, мой правитель, среди твоих родственников ты, говорит, будешь жить дольше всех». Одно и то же сказали. Просто по-разному. Обратите внимание, как мы преподносим информацию, как человек его воспринимает. Так человек воспринимает. И далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ва татава'а ва ля тахталифа». То есть это обращение к ним, Абу Мусе и Муаду. «Ва татава'а ва ля тахталифа». Это очень важное наставление, которое пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал. Обращайтесь, говорит, друг с другом хорошо. И не ссорьтесь. Разногласия, ссоры – это то, что все портит. Когда видят, что мусульмане между собой ссорятся, когда видят, что есть разногласия, когда видят, что нет единства, вот тогда все портится. И имаму Науи, рахматуллахи алейхи, комментируя данный хадис, он говорит, что все блага, чего мы достигаем, говорит, когда у нас будет единогласие, и когда мы друг друга понимаем, и когда нет разногласий. И он говорит: «Вамата хасвала бихтиля фата». А когда, говорит, появляется разногласие, все теряет. Это как мы сегодня видим. Сегодня мы это видим. Весь мусульманский мир, нет разногласий, нет единства. Одни только разногласия, и мы сегодня видим, в каком положении мы находимся. И это то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда еще сказал. Поэтому, уважаемые братья, вот это очень важное наставление, которое сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти хадисы, достоверные хадисы, которые передают имам Бухари и Муслим. И этим хадисам мы должны прислушаться, мы должны на них обратить внимание. И также мы должны знать, что наставлять, исправлять, кто оступился, ошибся, и также наставлять также своих братьев-мусульман, это тоже обязанность, которую Всевышний Субханаху Тааля возложил на каждого из нас. Не только обязанность имама, а обязанность каждого мусульманина. И как в хадисе говорится: «Ад-дину ан-насиха». Религия – это искреннее наставление. Искреннее наставление. Что имеется в виду искреннее наставление? То есть мусульманин постоянно наставляет. Мусульманин, когда видит, что кто-то допустил ошибку, он искренне его исправляет.
не задевает, не обсуждает его, а и подходит, исправляет, исправляет. И в этом, конечно же, каким образом необходимо исправлять, и что необходимо делать нам, прекрасный пример показал второй праведный халиф Умар, радийаллаху анху. Как-то Умар, радийаллаху анху, заметил, что отсутствие одного человека из Шама, этот человек был физически сильным человеком, и Умар, радийаллаху анху, заметил, что он отсутствует, его нет. И Умар спросил про него. И ему сказали, что он увлекается спиртными напитками. То есть выпивает. Ой, большой грех совершает. И что Умар сделал, радийаллаху анху? Он тогда сказал своему писцу написать письмо этому человеку. Где говорилось, от Умара к такому-то мир тебе. Я восхваляю Аллаха, кроме которого нет никого достойного поклонения. И далее шли аяты, несколько аятов Корана. Бисмиллахи рахмани рахим. Хамим. Танзилю л-китаби мин Аллахи л-Азизи л-Алим. Книга ниспослана от Аллаха, могущественного знающего, гафири дзамби, прощающего грехи. Вакабили тауби, принимающего покаяние, шадиди л-Икаби, наказывающего сурово. Сурово. Вид таули, обладателя милости. Ла илаха илля хуа, илейхи ль-масир. Нет никого достойного поклонения, кроме него, и к нему возвращение. Вот эти аяты. Просто Умар, что ему напомнил? Что Всевышний Субхана ва Тааля принимает покаяние. И также, если человек не покается, Аллах наказывает сурово. Наказывает. Аллах не оставит без наказания. И тогда приказал передать это письмо, когда он будет трезвый. И Умар, радийаллаху анху, когда отправил этого писца, всем, кто рядом находился, повелел сделать дуа за этого человека. Помолиться за этого человека. Попросить у Всевышнего Аллаха за этого человека. И тогда, когда этот человек дошел и прочитал это письмо, этот человек говорит, сказал, Всевышний Аллах обещал мне простить грехи и предупредил, говорит, о своем наказании. И этот человек повторял эти слова до тех пор, пока не начал плакать, рыдать, и после этого, говорит, никогда не приближался к этому греху. Никогда. И когда эта весть дошла до Умара, радийаллаху анху, он сказал следующие слова. Вот, говорит, как вам следует поступать. Если брат мусульманин ошибся, допустил ошибку, сделал что-то неправильно, вот как вам следует поступать. Это слова Умара, радийаллаху анху. И он далее говорит, и но не будьте, говорит, помощниками шайтана против братьев. Против мусульман, который ошибся, допустил ошибку, упрекая его, обсуждая его и так далее. Не будьте, говорит, помощниками шайтана. Поэтому, уважаемые братья, вот это прекрасный пример. Каким образом мы должны исправлять своих братьев-мусульман? Какое у нас должно быть отношение между собой? Отношение. Мы видим, ошибся. Подходим, помогаем, поддерживаем, показываем ему путь. Да? И также такое же отношение к тем, кто не является неверующим. Призываем, спокойно объясняем, показываем примером, как учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И здесь, уважаемые братья, необходимо обратить внимание то, что ученые указывают, что есть некоторые этические правила, которые необходимо соблюдать, когда мы кого-то наставляем. И первое правило – это искренность. Искренность. Если нет искренности, это наставление не дойдет. Если мы говорим неискренне, это наставление до него не дойдет. Я видел, я был в одном, скажем, семинаре, где было много неверующих людей. И один мусульманин, который выступал со своим докладом, настолько чувствовалась его искренность. Каждый человек чувствует искренность. После него, когда вышел неверующий человек со своим докладом, что он сказал? Он говорит, сам на себе почувствовал, насколько вы искренне говорили.
Этот не мусульманин сказал. Представьте себе, вот так это бывает. В сердце заходит, когда мы говорим искренне. И второе, наставлять в тайне. Наставлять необходимо, уважаемые братья, в тайне. То есть, когда мы перед людьми кричим, орем, это неправильно сделал, ты не так сделал, это не наставление. Это не наставление, это наоборот, можно сказать, разоблачение. Нельзя так делать. Увидели, ошибся. Подойди отдельно. Скажи, брат, вот так, вот так, вот так. И так далее. И также, конечно же, проявлять доброту. Если мы подойдем и скажем, брат, ты это неправильно сделал, конечно, он также воспримет это. Мягко, хорошим словом, спокойно. И, конечно же, мы сами тоже должны стараться следовать тому, чему наставляем, к чему призываем, как Всевышний Субханаху ва Тааля говорит в Коране. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أو ويروش почему вы говорите то, что сами не делаете? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Аллах говорит, гневается, когда вы говорите то, что сами не делаете. Поэтому сами тоже должны стараться делать то, к чему мы призываем. И также, уважаемые братья, когда к нам кто-то подходит с наставлением, это надо принимать. Это надо принимать. Ученые пишут, «Ан-насихату сахлятум аль-мушкилу кабулюха». Делать наставление – это самое легкое. «Аль-мушкилу кабулюха». Но проблема, говорит, принимать это наставление. Когда к нам кто-то подходит, необходимо принимать. Необходимо относиться к этому человеку и понимать, что Аллах дает тебе добро через этого человека. Вот таким образом необходимо относиться. Итак, было много разных случаев, даже в мечети, когда человек говорил, брат, у тебя спина открывалась, так нельзя, а врат необходимо закрыть во время намаза. Может, он тоже как-то не так сказал. Было случай, что уже до драки доходило. Это я на своей практике говорю. То, что реально было в мечети во время джума намаза, так нельзя. Наставлять надо правильно. И даже если неправильно наставляет, надо относиться хорошо, стараться принимать. И как Всевышний Субханаху ва Тааля в Коране говорит, «Бисмиллахи рахмани рахим, удъу иля сабили раббика бил хикмати вал мау'идати л-хасана, ва джадилу биллати хия ахсан». Призывай, говорит, на путь Аллаха бил хикма, с мудростью. Мудростью. Вал мау'идати л-хасана, и на лучшим, хорошим наставлением. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَ أَحْسَنْ И веди, говорит, спор с наилучшим образом. Пусть Всевышний Субханаху ва Тааля всем нам поможет следовать этому аяту. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغَفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع دينه وصار على هديه واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثمنا بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من عالم جنه وإنسه فقال قولا كريما ولم يزل خبيرا عليما تعظيما لقدر النبي وتفخيما وتعليما لنا وتفهيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين 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 إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات وأقيم الصلاة Thank you.
Братья, уважаемая просьба, вот сейчас, не совершая джума намаза, вот Мерседес 178 номера, пожалуйста, выйдите, уберите машину. И также Шкода 936 номера. Харам вот таким образом машине оставлять и мешать другим. Харам, вот сейчас, не совершу джума намаза, пожалуйста, выйдите, уберите машину. Повод салат. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Заполняем ряды, Аллах Акбар. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام عليكم السلام عليكم.